чакры. А то что у нас интересненького? Вот так вот. Что у нас интересненького на повестке дня? Навести красивый макияж. Ох, самое главное, посмотрела то видео, прям с первого дубля у меня получилось. В общем, живот, Вена Салмановна, во-первых, нужно расслабиться. Во-первых, нужно расслабиться. Вот. Чтобы наслаждаться собой, природой, погодой. А то, знаете, все это уборка. Сколько, Вена Салмановна, убирается? Уже полдня Татьяна Салмановна убирается. Вот. Ну, в общем, да, живот втянуть, плечики назад, грудь вперед. Так-то красивенько. В общем, губы. Хотя ногу на ногу не надо. Чтобы красивый тогда был. Знаю, успею я это сделать, такой этот макияж за 8 минут. Или вы будете, знаете, это по 8 минут смотреть. Кто уже подумал, что там этот мужчина в кепочке одинокий, так что не надо там особо рассчитывать, там мужчина с женой, с ребенком. Так что вот. Ну, такие вот дела. Такое пафосное сказать. Ну, знаете, дорогие друзья, все гениальное вообще просто. Все гениальное просто. Сегодня в Петербурге 30 градусов жары показывает погода на Яндексе. Ну, что там говорить пафосное? Пафосное такое. Если учишь счастью, понимаешь, ты говоришь о счастье, учишь счастью, то покажи, что ты счастлива. Все очень просто. Гениальное, все очень просто. Быть счастливым. Быть процветающим. Ну что, самое главное, как губы. Да губы так поярче. А что для этого надо? А для этого надо, как сказала Наталья Правдина, как она, что она уже чувствует себя королевой. Такой же была и Луиза Хей, и такая же Опра Уинфри. То есть она сравнила себя с Луизой Хей и Опрой Уинфри. А Опра Уинфри ни много ни мало, помню, тогда у нее там какой-то юбилей, или что юбилей передачи был, она там даже всем этим зрителям дарила машину, в общем, такая богатейшая американская телеведущая. Я так понимаю, что Наталья Борисовна Правдина научилась этому у Луизы Хей. Вот. Аффирмации, позитивное мышление. Я же вам опубликовала на моей странице ВКонтакте, Татьяна Салмановна, через дефис, Мактусаев, через дефис, как сделать волшебную палочку, как сделать волшебную палочку, вот, что советует Наталья Борисовна Правдина по этому поводу.
Ну вот вы же там почитаете. Это секреты китайских мастеров, это сознание подсознания, это сила мысли, вот это аффирмации. Вот такие вот дела. Надо как нужно, что как-то ну, другое какое-то платье, и так приходится как-то напрягаться, знаете, чтобы так живот, потом как-то здесь как-то вот это вот. Нужно расслабиться. Смысл в том, что я думаю, сейчас включу такие немножко видео, такие загружу, так засниму себя. Вот. А так сейчас надо будет здесь половину, я уже помыла пол. Сейчас здесь мне надо будет помыть половину. Я вам даже покажу, а что не показываю, покажу. Потом балкони еще нужно мне помыть. Потом комнату без балкона. А, боже мой, комнату без балкона. Потом еще пыль стирать. Туалет мыть. Вот там на кухне убираться, в общем, ох, да, хотя посуду я так практически сегодня помыла. Да, еще работа там на завтра у меня. Вообще сегодня был такой инсайт. Я приняла душ и легла еще отдохнуть на мою кровать, думаю, волосы подсушу. Так что вот, такой инсайт был, как иногда у Натальи Правдиной бывает такой инсайт, она где-то бегает или где-то там ходит, у нее такие бывают инсайты, понимаете? А у меня такой инсайт, понимаете? Вот это говорит и показывает Москва, знаете, вот это вот, такой, знаете, вот это вот. Говорит и показывает Москва, говорит и показывает Кремль. Вот это вот. А я такая вот, знаете, я как-то вот такой инсайт поняла, вам точно сказать точно не могу, но я говорю, господи, я не знаю, что им сказать, я не знаю. Потому что я, в общем, хочу передать Иу-Иу, такая, как одна для всех, такая крашусь, как Иу-Иу, но какие-то вот такие вот, что-то там такое вот это говорить и передавать как-то Иу-Иу, в общем, я даже не знаю. Я прям все теряюсь, понимаете, я все теряюсь. Хотя Наталья Борисовна Правдина в своей книге «Вышина столько звезд» писала, что она адвокат Бога. Вот. Там так и написала, я вам там это потом зачитаю, понимаете, я вам потом зачитаю. Вот такой инсайт был, что я вот сяду, заснимаю видео, и все смотрят, знаете, как вот, говорит и показывает Москва, говорит и показывает Кремль, знаете, вот эти все телеканалы, и показывают, знаете, включают вот эти все, все, а может быть это такое, может быть я стану, может быть это к деньгам, может я стану, может это мое подсознание подсказывает, что я буду богатой и известной. Понимаете, такое чувство, что включаются все вот эти телеканалы, телекамеры, и вот это вот включают, вот эти вот все, как говорится, свои вот эти записывающие устройства, и мне что-то нужно говорить, вот это вот. И я такая, ну, конечно, надо подумать, что сказать. Я вообще, честно, вам по секрету, вы знаете, вы, честно говоря, по секрету, знаете, будем шептаться, о чем мы такой пошепчемся. Знаете, моя такая как-то вот этот вот позиция, одно дело я была, знаете, такая вот эта вот такая вообще такая 100 миллиардов, такая вся вот эта вот, при таких вообще такая деньгах, знаете, вот это вот. Как-то вот я как-то не знаю даже, как вам тут вот объяснить вот это вот. Как вот там обратно, мне такой инсайт, а я туда обратно этот инсайт, я говорю, если надо, я скажу,
Если надо, я скажу, только может получиться так, что я что-то такое скажу, а там такие, например, комменты какие-нибудь напишут, какой-нибудь, или там перепубликуют на каком-нибудь, я даже вам не хочу это озвучивать. Просто это как-то вообще не совсем состыковывается. Просто там, когда Наталья Борисовна Правдина выкладывает свои видео, у нее там уже какие-то единомышленники, она уже 20 лет преподает, у нее там сплошной позитив, у нее там 99% там позитива хорошего ей там пишут. Ну, вы, наверное, поняли, что Татьяна Салмановна хочет сказать. Татьяна Салмановна возьмет тряпку, нальет чистой водички, будет мыть балконе, скажет время, запишет это на видео и опубликует. Так что вот. Так, да? Так нужно сделать. Вот здесь еще буду мыть. А, мне там нужно помыть, а завтра я и там вам могу показать. Так что надо что сказать? Время сказать? Или надо еще сказать, что это дубль первый, сцена первая, иначе они вообще ничего не такое могут вот это вот. Понимаете? Дубль первый, сцена первая, да, это больше 8 минуток позитива, уже там идет на 12-ю минутку позитива. Ну что, дорогие друзья? Что, животик втянуть, так красивенько животик втянуть. Ах, нужно, наверное, как-то вот так. Это красивенько. Здесь, наверное, нужно немножко так прикрыть, чтобы это было более вот это вот. Называется вот так, да, чтобы поставить вот яркость. Тут ярко. А к чему я хотела? Аффирмации. Сейчас будем аффирмации читать. Ты вот яркость такая, да, вот тут. Просто вам показываю, что когда немножко так вот это, немножко оно по-другому как-то заснимает, по-другому, да. Сейчас будем читать аффирмации. Или все-таки ближе, наверное, нужна все-таки к балконе, в общем, на самом деле. Потому что хочется уже уборку, потому что еще мне ужин готовить, в общем, кушать. В общем, хочется, знаете, вот это вот закончить, чтобы это все шикарно, люблю, чтобы было все чисто. Вот. Ну, что еще сказать, тряпку. Сегодня я такое сделала, знаете, какая у меня денежная половая тряпка, не знаю, это вам рассказать или нет, вы там почитайте на самом деле на ютубе, там интересно, есть денежная уборка, денежная вода и для пола, и для других поверхностей, я же вам там загрузила, вы можете воспользоваться информацией, так что вот. Автор книги «Тайная психология денег, секреты богатства и процветания», с вами я, Татьяна Салмановна Макту Сай. А, еще я хотела спародировать, это что я вам загружала, вот это хобби, вот это, знаете, хотела все спародировать, вот это, вот, знаете, как эти, иу-иу, знаете, мне как-то, я еще даже не знаю, как это сказать, это как-то прикинуться, вот эта блондинка, и сказать, иу-иу, хобби, я прочитала, ой, а что такое хобби, сейчас я позвоню, ох, ну да, хобби у меня есть. Хотела вам вот это, то, что загрузила, хотела вот это, честно говоря, это как-то спародировать, чтобы быть еще, знаете, такой пародийной актрисой. Ах, ну да, в общем, так, мы теперь поняли, хобби у нас есть. Если у нас хобби есть, а если у нас работа? Сейчас я позвоню, возьму мой телефон и позвоню, есть ли у меня работа? Есть ли у меня работа? Друзья, сама она немножко шутит.
пока вот это звонит, алло, дорогой, ну, у тебя там эти конгрессы, конференции, а у меня вопрос. Есть ли у меня работа? Чмоки-чмоки. Короче, вот сюда, чмоки-чмоки. Даже не знаю, можно ли такое выкладывать, сейчас Дин Салмана как вот это. Просто Дин Салмана такое написала в моем лайв-джорнале. Я посмотрела и написала. Вы поняли, да? Дин Салмана не сама написала, Дин Салмана посмотрела и написала. Так что вот, это был такой инсайт. Это был такой инсайт. Так что у меня есть работа, хобби у нас есть. И работа у меня есть. Он сказал, что моя работа тратить деньги моего мужа. Ну да, тратить деньги моего мужа. Все, побежали быстрее. Что там нам надо? На зиму заготовки. А что такое заготовки? А ты ничего не поняла? Это нужно купить шубы к зиме. Шубы к зиме. Так что, что мы еще будем покупать? Будем, знаете, что еще покупать? Я же даже вам точно скажу, через сколько, когда у него, по его карточке сейчас. Ну, шубы не будем покупать, животных жалко. Животных мы и любим. Животных шубы не надо. Бриллианты будем покупать или что? Или стол лабутенов. Лабутены мне не надо, бриллианты. Дин Салмана мечтает о таком, этом, кольце с бриллиантом в 25 карат. Так что мы за его счет. Мы за его счет, с его карточки, снимем в этом ювелирном магазине, самом вот этом вот, шикарном. Вот этот вот. Короче, ему придет такая штука. Вы купили кольцо с бриллиантом 25 карат. Вы поняли, да? Если к нему придет такое сообщение, так что вот, он сразу поймет, что это вообще не шутки, вот это, так сказать, никто не шутит, вы поняли, да, это, короче, инсайт оттуда, этот инсайт. Но хочу вам сказать, когда я это опубликовала на моей странице ВКонтакте, Татьяна Салман через дефис, Мактум Сайф, через дефис, я даже могу вам сказать, когда там снялись деньги с его карточки, бойцы, вот эти вот, ах, Татьяна Салмановна, просто вот это, хотя, знаете, у меня сейчас вот этот вот либидо на нуле. Не надо присылать бойцов. Я говорила, что я люблю вот этих бронежилетов с автоматами, не надо. Либидо, оно на нуле. Я вам сказала, так я вдохновляюсь, там вот эти бронежилеты, эти машины, вот эти автоматы, так что не надо их присылать. Так что вот, как-то вот, я теперь к ним равнодушна. Знаете, за сколько эти бойцы ОМОНа, ШМОМОНа приехали? Я засекала 3,5 минуты. Так что вот. 3,5 минуты. Пока я там другое видео крутила, у меня такой инсайт был, что бойцы за 3,5 минуты уже подъехали. Значит, они где-то были здесь недалеко. Потом я сняла это все, ну и там успокоились. Деньги вернулись обратно. Потому что, конечно, наглость вот эта. Снимать вот эти деньги. Мужчина даже вот в шоке. Ну да, мужчина в шоке, там с чем-то он сам... мужчина пошел кушать. У мужчины вот этот ужин, мужчина пошел кушать, в общем, ужин, жена уже домой у него с ребенком пошла, мужчина пошел кушать с пакетиком туда, это охранник в этой будке с зеленым пакетиком прозрачным. Он, наверное, с магазинчика вот этого Магнита, так что вот, что вы хотите, это дубль первый, сцена восьмая, сериал «Во кафе де Бьюс». Вот такие вот дела. Да, это 19 минут позитива со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайф.